Вот, хочу вам показать пример. Когда взяли крутейшего цвета камень, просто крутейшего, да, у меня сейчас супер пасмурная погода, а он все равно прям горит. И его испортили. Каким образом? Видите, его огранили рукожопы. Вот я вам сейчас высвечиваю один скол. Вот здесь второй скол. И вообще не сведены грани, да, то есть, в принципе, его нужно переделывать полностью. Вот, вот здесь не сведена грань, вот видите. Он поцарапанный весь, посмотрите, вот видно сейчас. Видите царапины? Сейчас, подождите. Как вам показать? Вот, видно, как будто волосочки, да, это царапины. То есть полировку не сделали на нем. Вот, здесь грани сведены, здесь грани сведены. То есть линии не сходятся в одну точку, понимаете, да, о чем я? Вот, это ужасно. Собственно, получается, что вы купите... О, солнце вышло. Получается, что вы купите, допустим, 30 карат. Вам нужно будет заплатить денег за переогранку. В результате вы получите там 25 карат, например. Да, просят они, естественно, как за хороший камень. Вот, вот такие тут живут рукожопы. И почти все они гранят именно таким образом. Ужасно. Почему нельзя научиться хорошо гранить? Я до конца не понимаю. То есть они хорошие камни превращают в мусор просто.